Британское правительство предложило ввести наказание за принуждение к выходу замуж против собственной воли. Принуждение женщины к браку предлагается считать уголовным преступлением в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. В Англии насчитывается от 5 до 8 тысяч жертв насильного вступления в брак. Большинство из них меньше 21 года, некоторым даже менее 15 лет. Часто пострадавшие от принуждения девушки выросли в семьях родом из Пакистана, Бангладеш и Индии.